Все-таки настало время связаться с нашими коллегами из города Керчь и узнаем, как там в целом обстоят дела. И сейчас с нами на связи наш корреспондент Кристина Красюк. Доброе утро, Кристина. Да, коллеги, доброе утро. Я рада вас вновь приветствовать. Мы продолжаем выходить в прямой эфир с площадки ресторана «Галеон» с видом на Керченский пролив и Крымский мост. Больше месяца в Крыму действуют ограничительные меры. Пенсионерам в этот период помогают волонтеры. Добровольцы с первого дня самоизоляции доставляют пожилым керчанам медикаменты и продукты. К нам в гости сегодня пришла руководитель местного волонтерского штаба Виктория Заровская. Виктория, здравствуй, спасибо большое, что к нам пришла. Расскажи, много ли желающих воспользоваться такой услугой? Ну, на данный момент у нас отработано более 500 заявок, и звонят в день по 5-6 человек, звонят и просят помощи, потому что не могут выйти из дома самостоятельно. А скажи, а что просят сделать? Это какие-то покупки или, может, еще какие-то просьбы есть? В основном вынести мусор, купить продукты, лекарства, либо получить по рецепту льготные лекарства, заплатить за коммунальные услуги. А какие продукты вот в основном просят? Я даже не могу ответить. Ну, разные продукты. Бывает такое, что даже и корм для кошек можно попросить, а можно и там хлеба, молока, то есть то, что им на данный момент необходимо. Я так понимаю, подопечных и работы много. А скажи, а волонтеров много? То есть сколько сегодня в ваших рядах волонтеров и много ли желающих вот помогать? На данный момент 40 волонтеров, которые активно работают, и 10 из них автоволонтеров. Вот, сейчас также мы ищем поддержку автоволонтеров бензином. Были бы рады. Ну, так я понимаю, волонтеры вот как-то вот за период этот самоизоляции добавляются, вот просят тоже участвовать в таких вот проектах? Да, просились, но на самом деле их достаточно. Мы успеваем обрабатывать все заявки, поэтому мы не набираем слишком много. Это, ну, ни к чему, меньше риска. А как керчане реагируют? Вот, как они узнают вообще о том, что вот есть такая услуга? Ну, мы развешивали флаера с единым номером горячей линии. Вот, в основном оттуда, либо в СМИ. А расскажи, вот я, ну да, вот я так понимаю, вы много контактируете, да, с людьми, много в разъездах. А расскажи, как у вас вот дезинфекция происходит? Дезинфекция — это каждое утро все волонтеры являются на единый волонтерский штаб, измеряют свою температуру, смотрим на самочувствие самого волонтера, после чего он берет заявки, берет средства защиты, маски, перчатки, антисептик и отправляется на заявочку. Естественно, дистанция, то есть мы никак не контактируем с заявителем, это 1,5 метра, пакет мы ставим под дверью и просто, ну, отходим. Да, контакт запрещен, да. А скажи, а как вот пожилые все-таки соблюдают у нас режим самоизоляции? Действительно не выходят? Ну, большинство, да, поскольку обращаются, они действительно боятся заразиться, то есть очень ответственно к этому подходят, даже открывают дверь в маске, вот. Поэтому, да, молодцы. А как вот можно, да, еще узнать, как обычно, вот, да, помимо вот этого момента волонтеры работают вот, в обычный период? В обычный период, ну, у нас очень много социальных проектов, это и помощь детским домам города Керчь, и бабушек, ветеранов курируем. То есть у нас, ну, большой спектр работы, у нас есть большие проекты, массовые мероприятия, все, что интересно, мы все делаем. Вик, спасибо большое за беседу. Коллеги, ну, я передаю слово вам, спасибо. Спасибо большое вам, коллеги, желаем вам замечательного дня.